Пройти диагностическое обследование глаз на современном оборудовании, получить консультацию специалиста, а также записаться на аппаратное лечение. Сегодня в санатории «Чувашия-курорт» на улице Мичмана-Павлова в Чебоксарах заработало лечебно-диагностическое отделение чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Техническое открытие центра состоялось еще в ноябре прошлого года. Необходимо было выявить слабые места в работе, если они есть, и сразу же их исправить, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, говорят в медучреждении. Почти за 3 месяца новое отделение посетили более 600 человек. 410 из них уже прошли курс лечения. Северо-западный район столицы выбрали не случайно. Здесь много детских садов, школ и вузов. И не всегда жители района могли добраться до главного корпуса МНТК, который, по сути, находится в другом конце города. Теперь же офтальмологическая клиника в шаговой доступности. Не всех пациентов можно прооперировать, да и, в общем-то, и не нужно. Есть заболевания, которые не требуют никакой хирургии. Этим пациентам нужно проводить консервативное лечение. Это либо аппаратное лечение, например, для детей. Это близорукость, дальнозоркость. Это амблиопия, так называемая. Помимо детей, лечим еще и взрослых. А взрослым мы здесь предлагаем медикаментозное лечение и аппаратное лечение различных сосудистых и дистрофических заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Отличительной особенностью нового отделения МНТК в северо-западном районе города является подход к выздоровлению пациентов. Помимо лечения заболевания глаз, здесь можно укрепить свое здоровье, пройти курс массажа воротниковой зоны, курс герудотерапии, заняться лечебным плаванием. Такой комплексный подход, несомненно, даст хороший результат, уверены в медучреждении. Кстати, жители Чувашии могут пройти лечение в отделении по полису ОМС. Екатерина Данилова, Михаил Солин, Вести Чувашия.